Здравствуйте. Это программа «События дня» в студии Анастасия Николаева. И прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых и интересных новостях к этому часу. Сегодня в выпуске. Безопасность поликлиники Карачаевска превыше всего, поэтому прежде чем попасть на прием к врачу, нужно пройти несколько обязательных процедур. В режиме повышенной готовности врачи в Карачаевске делают все возможное, чтобы снизить риски заражения для пациентов и персонала. Защита из пластика. Жительница Черкесска бесплатно изготавливает для медиков экраны, уберегающие от заражения. Буквально 15 минут и горячие обеды на месте. Контейнеры не успевают даже остыть. С доставкой на дом социальное кафе в Черкесске уже год кормит нуждающихся горячими обедами. Еще один излечившийся. Медики сообщают, что в Карачаево-Черкесии второй человек выздоровел после заражения коронавирусом. При этом на сегодняшний день в регионе официально подтверждено 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 168 диагнозов COVID-19. 69 человек госпитализированы и находятся в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции на дому под наблюдением врачей. 99 выявленных случаев проходит лечение в домашних условиях на амбулаторном этапе. Поступает очень много вопросов, почему не госпитализируют всех выявленных в госпиталя для инфицированных больных. По состоянию эти 99 человек либо вообще не имеют какие-либо респираторные проявления, либо их имеют в очень легкой форме. В этой связи эти люди должны подлежать только амбулаторному лечению. Лекарственное обеспечение у них в соответствии с необходимыми стандартами проводится. Лекарство доставляется к ним на дом. И состояние их здоровья мониторируется участковыми терапевтами. При мониторировании состояния обращается внимание на обязательно на температуру, на число дыхательных движений, на сатурацию. Это чек-лист здоровья каждого пациента. Больные, которые находятся на стационарном лечении в инфекционном госпитале, состояние у них стабильное, лечение не получают в полном объеме. В том числе препараты противовирусного действия и антибактериальные терапии. В связи с тем, что прирост у нас ежедневный составляет 30, от 20 до 35, ограничительные мероприятия также продолжаются. Это самоизоляция, это ограничение всех контактов, выход на улицу только в необходимых случаях. Именно этот фактор может способствовать уменьшению ежедневного прироста новых инфицированных. Мы отмечаем еще тот факт, что стоит выявить одного инфицированного в семье, и все члены этой семьи становятся и контактными, и в последующем инфицированными. Поэтому чем меньше контактов с окружающим, тем меньше нахождение в общественных местах, тем меньше у нас будет случаев новой коронавирусной инфекции. А сейчас о статистике по стране и в мире. Начнем с Северного Кавказа. Кабардино-Балкария – 218 зараженных и 15 выздоровевших. Северная Осетия – 242 инфицированных, 18 выздоровевших. В Ставропольском крае – 332 инфицированных, 38 выздоровевших и 5 летальных случаев. В Чечне – 347 случаев заражения, выздоровело 19, а скончалось 6 человек. В Ингушетии – 436 инфицированных, 50 выздоровевших, 13 умерших. И, наконец, Дагестан – 454 зараженных, 43 выздоровевших, 11 летальных исходов. Что касается общероссийской статистики, то суточный прирост зараженных по стране составил 4800 человек. Инфекция за сутки унесла жизни 42 россиян, выздоровел за день 471 человек.
Если говорить об общемировых данных, то официальная цифра зараженных – 2,5 миллиона человек. Наибольшее число пациентов с коронавирусом по-прежнему в Соединенных Штатах – 820 тысяч инфицированных. На втором и третьем местах Испания и Италия замыкают пятерку Франция и Германия. В Карачаево-Черкесии на базе старого корпуса Республиканской детской многопрофильной больницы развернуты 30 резервных коек для детей, зараженных коронавирусом. Все они оснащены системами подачи кислорода, а в реанимации установлены 6 аппаратов ИВЛ. На сегодняшний день в детской больнице разделен поток пациентов и организовано 2 приемных отделения. Одно в хирургическом корпусе для детей без признаков ОРВИ, а во втором будут приниматься дети с признаками вирусных инфекций. Созданы основные и резервные медицинские бригады для работы с зараженными, а в отдельном крыле для медперсонала оборудовали общежитие-гостиницу, а также комнату отдыха и столовую. Параллельно в больнице был создан необходимый запас лекарств, антисептиков и средств индивидуальной защиты. Таким образом, на сегодняшний день готовность Республиканской детской больницы к приему пациентов с COVID-19 стопроцентная. Напомню, что в регионе подтверждено 11 случаев коронавирусной инфекции у детей и подростков. Заболевание у них протекает бессимптомно и в легкой форме, но есть среди них и те, кого госпитализировали вместе с родителями. Работу в условиях повышенной готовности продолжают и медики Карачаевской районной больницы. В условиях пандемии коронавируса медики используют все возможные меры, чтобы в больнице было безопасно и лечиться, и работать. Термометрия на входе, регулярное обследование персонала и значительный запас масок, перчаток и антисептиков. В учреждении перекрыли все лазейки для коронавируса. Что изменилось в работе врачей с началом пандемии, выясняла моя коллега Алина Гидиева. Безопасность поликлиники Карачаевска превыше всего, поэтому прежде чем попасть на прием к врачу, нужно пройти несколько обязательных процедур. Здравствуйте. Таких как измерение температуры. И обработка рук. И подобный ритуал необходимо пройти всем, кто желает попасть на прием в Карачаевскую ЦГРБ. Ведь медучреждение продолжает работать, несмотря на пандемию коронавируса. И старается всеми способами обезопасить своих пациентов от инфекции. При входе сразу же проводится термометрия, затем дезинфекция. Второго входа у нас, чтобы пройти без термометрии, у нас нету, так как это в нынешних условиях мы создали такие условия, закрыли остальные входы. Из поликлиники направляемся на склады больницы. Здесь в достатке хранятся все необходимые для пациентов препараты, в том числе и те, что рекомендованы при лечении коронавирусной инфекции. Ими больница также запаслась лихвой. Но в этой части склада хранятся средства индивидуальной защиты, канистры с хлоргексидином и перекисью водорода, защитные костюмы, перчатки и целых 3 вида защитных масок. Склады буквально переполнены кожными дезинфекторами и прочими средствами защиты для медиков. Медикам они выдаются ежедневно, чтобы опасность в виде вируса не смогла застать их врасплох. Ну а это кабинет компьютерной томографии, где проверяются пациенты с признаками пневмонии. От риска заразиться медиков здесь защищает минимальный контакт с больным, а также все рекомендованные Минздравом средства защиты. Если у пациента подтвердился коронавирус, его немедленно направят в Черкес для дальнейшего обследования. Кстати, и кабинет, и аппарат КТ дезинфицируются после каждого обследования. К нам отправляют пациентов с подозрением на пневмонию. Мы делаем МСКТ органов грудной клетки. При выявлении пневмонии полностью с описанием, с диском, мы отправляем пациента в Черкесскую городскую больницу для дальнейшего лечения данной патологии. Словом, врачи Карачаевской больницы держат руку на пульсе и делают все возможное, чтобы до минимума снизить риск заражения и для пациентов, и для медперсонала. Коллектив больницы работает очень слаженно, благодаря взаимодействию с органами местного управления, с Министерством здравоохранения. У нас имеются все возможности работать в непростых условиях в соответствии со всеми нашими приказами. Средствами индивидуальной защиты коллеги обеспечены полностью. Имеем препараты на случай возникновения таких чрезвычайных ситуаций. Но несмотря на все предусмотренные в клинике меры предосторожности, медики настоятельно рекомендуют пациентам в первую очередь соблюдать требования личной безопасности и без серьезной надобности не выходить из дома. Алина Гидиева, Далиль Мирза, Архыз, 24.
Продолжим тему. Пандемия коронавируса поставила весь мир в ситуацию, когда быстрая победа над инфекцией возможна только совместными усилиями. Вот почему важно не только поддерживать врачей, которые работают с инфицированными, но и самим соблюдать режим самоизоляции и придерживаться правил гигиены и профилактики. Я сегодня не буду говорить о болезни, я сегодня не буду говорить о тяжести протекания данного заболевания, я не буду говорить о тактике лечения и непредсказуемости исхода данной болезни. Я сегодня просто хочу вас попросить о помощи. Помощь заключается в элементарном. Я вас очень прошу соблюдать условия самоизоляции. Таким образом вы сбережете себя, свою семью, своих детей, своих близких и родных, всех тех, кто вас окружает. Я очень хочу, чтобы вы вникли в мои слова, прислушались к моим словам и были благоразумны в своих действиях и решениях, которые вы принимаете в сегодняшних условиях. Работа наших коллег, моих коллег, докторов, медицинского персонала в этих условиях очень тяжела. Работа в средствах индивидуальной защиты во многом усложняет проведение всех тех необходимых мероприятий и процедур. А когда эта работа еще дополняется большим потоком поступающих больных, нам становится крайне тяжело. У нас крайне мало времени для отдыха. В связи с этим я вас очень прошу, соблюдайте условия самоизоляции, будьте здоровы. Коронавирус объединяет людей перед лицом общей опасности. Друг, как известно, познается в беде. Вот и пандемия уже показала нам людей, готовых безвозмездно оказывать помощь землякам. Арина Баташева из Черкесска бесплатно изготавливает для врачей защитные лицевые экраны, которые могут быть использованы при работе с инфицированными. Как родилась и воплощалась эта идея, узнавала моя коллега Анета Дышекова. Вот так, миллиметр за миллиметром, с помощью лазера вырезаются детали защитного лицевого экрана. Для будущих масок используется специальный пластик. Из одного листа вырезается 18 заготовок. Но прежде чем станок начнет работать, в специальной программе создаются макеты, и только потом запускается процесс. В данный момент у нас материал идет ПЭТ, 0,5 мм толщина. Мы вырезаем на нем все абсолютно детали. Сам экран, крепление на него. Вот его крепление. В условиях быстрого распространения коронавируса во всем мире возникла острая необходимость в надежной защите от инфекции и населения, и медицинских работников, и сотрудников торговли, и сферы услуг. Первый защитный экран предприниматель из Черкесска Арина Баташева изготовила для своего знакомого медика. Но маска настолько понравилась врачам, что женщина решила обеспечить этими средствами защиты все медучреждения города. Самое главное, что мне нравится, есть здесь козырек. Потому что он защищает сверху и по бокам. Другие маски или плотно прилегают, и, соответственно, неудобно, и сверху у них есть промежуток. Здесь же практически около 8 сантиметров идет расстояние от лица. Она не потеет. Можно носить медперсоналу очки. Сама Арина уже несколько лет занимается рукоделием и буквально творит красоту из пластика. До пандемии искусственные цветы, сделанные ее руками, украшали свадебные залы. Теперь она временно перепрофилировала любимое хобби. А защитные экраны для медиков делает абсолютно бесплатно. Медицинские работники не так много зарабатывают, поэтому тем более медперсонал, который непосредственно занимается с людьми, которые их лечат непосредственно. Поэтому даже копейку с них брать, совесть не позволяет. Поэтому я решила всем государственным учреждениям, детским, взрослым, раздавать просто бесплатно. Соответственно, чтобы люди могли спокойно работать. Арина уверяет, что эти экраны подойдут абсолютно всем, ведь их можно регулировать под любой размер. А некоторые партии масок она украшает декоративными деталями. Так что защита от коронавируса будет еще и стильной. Вооружена, но не опасна. С таким защитным экраном никакой коронавирус не страшен. А главное, это стильно, модно и молодежно. Анета Дышекова, Назир Капушев, Архыз, 24. В социальных сетях новая тема для обсуждения. В родительских группах настоящий взрыв эмоций вызвала информация, будто российские школы навсегда перешли на удаленное обучение. И даже после отмены режима самоизоляции ученики и учителя не вернутся в классы.
Российский министр просвещения Сергей Кравцов уже заверил родителей, что лишать школьников живого общения с преподавателями и ровесниками никто не собирается. Разработанная и опробированная во время самоизоляции система удаленного обучения пригодится во время сезонных всплесков гриппа или ОРВИ. Кроме того, она поможет детям, которые по состоянию здоровья вообще не могут посещать учебные заведения. На дистанционное обучение сегодня перешла вся страна. И это временная мера. Как только положение стабилизируется, и ученики, и учителя вернутся в свои родные школы. Решение по изменению учебного графика будет принято, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. А сейчас очень важно внимательно и бережно относиться к себе и к окружающим, оставаться на самоизоляции, сохранять самообладание и выдержку. В настоящее время в связи с пандемией все школьники и студенты на основании объявленного режима повышенной готовности переведены на дистанционное обучение. Хочу довести до вас, что это все временно. Парламент республики не принимал и не планирует принимать никаких законодательных актов, устанавливающих дистанционное обучение на постоянной основе. Как только ситуация стабилизируется, вы все вернетесь в свои родные учебные заведения. Кто в школы, кто в сады, кто в колледжи. Ничего не может быть лучше очного обучения. Десять детских школ искусств будут отремонтированы в республике в ближайшие 2 года. Причем в школе искусств Черкесска работы начнутся уже в этом году. Здание, построенное в 20-х годах прошлого века, будет практически полностью реконструировано. Такая масштабная модернизация стала возможной благодаря государственной программе по развитию образования. На время реконструкции школы искусств ее педагоги и воспитанники продолжат заниматься в другом здании на улице Кирова. Туда уже потихоньку перевозят музыкальные инструменты. И после завершения режима самоизоляции ученики продолжат занятия в привычном формате. Будет не капитальный ремонт, а будет именно реконструкция. То есть практически все здание будет переделано. Появится новый актовый зал просторный со сценой. Также функциональные помещения, необходимые для школы искусств. То есть все, что необходимо для занятий. Также в этом году у нас запланирован капитальный ремонт музыкальной школы по улице Даватор. Там будет заменена система отопления, проводка, крыша. То есть, соответственно, будет в порядок полностью здание приведено. Также в рамках реализации госпрограммы развития образования. Горячий обед с доставкой на дом. В таком режиме последние 4 недели работают многие заведения общепита, которым пришлось на время вынужденных каникул закрыть свои двери для посетителей. Сейчас они работают исключительно на вынос. Именно так поступает и социальное кафе «Очаг добра» в Черкесске, которое уже на протяжении года кормит бесплатными обедами нуждающихся и пожилых людей. Дарья Назарова расскажет подробнее. С самого утра на кухне кипит работа. Варится красный борщ и пшенная каша, а также собираются сладкие наборы, которые совсем скоро отправятся по адресам, которых в списке больше 70. Это все для малообеспеченных жителей Черкесска, а также для самоизолировавшихся стариков, которые в этот период оказались в сложной жизненной ситуации. Словом, даже во время вынужденных каникул в кафе «Очаг добра» трудится с двойной нагрузкой. После того, как ввели режим самоизоляции, наше социальное кафе полностью закрылась на карантин для посетителей, наших пожилых бабушек и дедушек, и теперь мы полностью развозим горячие обеды. До режима самоизоляции у нас было 40 подопечных, которым мы отвозили еду. Теперь, после того, как ввели режим самоизоляции, прибавилось. Горячие обеды для своих подопечных в кафе готовят ежедневно, без выходных и праздников. И так на протяжении целого года с момента открытия кафе. Каждый день повара стараются разработать новое меню, в котором всегда есть и горячие блюда, и десерт. Причем платить за вкусный полноценный обед пожилым не приходится. Все привозят абсолютно бесплатно. Мы вам покажем, как формируются наши пакеты для разгрузки. Кладем мы горячие, это у нас каша. Кладем мы наш суп. Нам сегодня раздали, и из раздачи мы кладем лимонад, калмыцкий чай, кофе со сливками. Нам привезли ветчину, сладкое и порцию хлеба.
С нагрузкой в 70 порций за день работники социального кафе справляются. А если помощь понадобится еще большему числу людей, готовы дополнительно нарастить обороты. Тем более, что с продуктами им сейчас активно помогают многие неравнодушные жители республики. Привозят даже поминальные наборы. Сотрудники «Очага добра» говорят, что для них это существенная поддержка. Доставку еды осуществляют волонтеры или просто добровольцы. Вот, например, как эти две женщины. Буквально 15 минут и горячие обеды на месте. Контейнеры не успевают даже остыть. Дарина Зарова, Назир Капышев, Архыз-24. Сегодня вечером в свои права вступил священный для мусульман всего мира месяц Рамадан, который приходится на 9-й месяц исламского лунного календаря. А значит, уже с завтрашнего утра мусульмане начнут держать пост. Впрочем, Рамадан – это не только отказ от еды и питья, но и духовное очищение, чтобы тем самым показать свою преданность и любовь к Всевышнему. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток, от начала утренних сумерек до захода солнца. Но сейчас из-за пандемии верующим придется избегать во время Рамадана больших собраний, в том числе коллективные молитвы и ифтара. Ну и перед началом поста в Карачаево-Черкесии по многовековой традиции пекут и раздают соседям угощения – хачины или лакумы. Их готовят и перед началом поста, и в день окончания священного месяца, а в некоторых семьях даже каждый четверг. Согласно обычаю, выпечка будет раздаваться родственникам и соседям вместе со сладостями. Начинается первый день месяца Рамазан. Это священный месяц. Месяц Рамазан, он дан Всевышним для блага людей. В этот месяц Аллаху Таала закрывает двери ада и открывает двери рая. Это вот такой вот подарок для мусульман. И в этот месяц мы должны поститься и делать добро. То, что сейчас нам предписали сидеть дома, это мы должны подчиняться беспрекословно. Этим мы приблизим то, что эта зараза закончится побыстрее, и тогда уже будем, если Всевышний даст, к концу месяца гаид, намаз уже будем делать в мечети. До этого, обычно каждый вечер мы в мечетях делали намаз. Этот намаз в мечетях он не будет проводиться, каждый будет это делать дома. Просьбу никто не отменяет, просьба ко Всевышнему остается так, как есть. Каждый человек, он обращается ко Всевышнему. А когда мы коллективно это делаем, это уже вместе с имамом мы это делаем. Но если этой возможности нету, мы каждый сам должен обратиться ко Всевышнему. Ну что ж, такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем, все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаево-Черкесия и на нашем канале. Номер телефона редакции 238940, код города 8782. Всего доброго и оставайтесь с нами.